Играешь в доту каждый день, но твой ММР не растет. Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть. Закажи буст рейтинга от команды AnyLevel, которые без труда запустят твой аккаунт до желаемого рейтинга. При заказе буста вводи код cashback10 и 10% от суммы заказа будут на твоем аккаунте Steam. Переходи по ссылке в описании и получи свою персональную скидку. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем открывать новые сундуки. У нас их больше 20 штук, там 26, если не ошибаюсь. В общем-то, приятного вам всем просмотра. Погнали! Начинаем. Да, 26, точно, я все правильно сказал. У нас есть 26 попыток, чтобы выбить что-то крутое. Вот. Ну, посмотрим. Поехали! Кстати, у меня теперь нормально все отображается. И... четенько. У меня обычно половина предметов отсутствует, половина героев. Так, первое, что нам выпадает, это Sun King. Я так понимаю, это будет вообще самый частый дроп из тех, кто, вот, кто будет только начнет открывать сундуки. Скорее всего, этот герой будет выпадать чаще всего. Хотя, возможно, мое мнение ошибочное, но я так понимаю, что это и будет самой дешевой имморталкой. Я, кстати, ее смотрел, она вроде бы не очень, действительно. Имморталка на Винтер Виверну. Классный эффект, ничего такой, но сама имморталка смотрится довольно незаметно. В общем-то говоря, следующий ДНА будет Вайпер. А, так и есть. Следующий падает Вайпер. Ну, они, в общем-то, я так понимаю, падают по своей дешевизне. То есть сначала падает самая дешевая, потом чуть дороже. Следующий у нас Легион Командор. Офигенная просто имморталка. Кстати, у меня есть этот аркана на нее, поэтому мы посмотрим, как это все будет сочетаться. Я думаю, с арканой будет прям вообще топчик. И падает Вивер. Я так понимаю, что остается у нас одна спектра, и выпадет ли с ней что-то редкое, наверное, навряд ли с первой пачки сундуков, это очевидно. Вот, со второй пачки сундуков еще шанс, конечно, будет, что что-то выпадет. Так, ну, можно пропускать, наверное, да? Пропускаем анимацию прокрутки. Нам падает Вивер. Нам падает дальше Вайпер. И следующее, что нам падает, Виверна. Поехали. Замечательная имморталка на спектру. Я не знаю, это, по-моему, лучшее именно по эффекту своему. Очень крутой эффект на спектре. Мне дается какое-то достижение. И падает Легион Командор. Со второй пачки сундуков нам тоже не выпало ничего редкого. То есть нам даже вот эта вот хрень не выпала со второй пачки. Ну, надеюсь, что с третьей пачки что-то будет. У нас сундуков осталось, интересно. Поехали. Вайпер. Ассент Кинг. Остается у нас 3 дропа. 2 попытки для того, чтобы выпало что-то очень редкое. Давайте замедлим этот момент. Надеюсь, что хоть что-то выпадет на этот раз. Ну, к сожалению, выпало самое-самое-самое. Такое не очень, так сказать. Да, ну и сейчас, наверное, вряд ли выпадет мне еще. Оу! Отлично, мне выпал золотой вивер, друзья. Круто, это была третья попытка, да? Это с третьей пачки сундуков мне выпадает. Ага, ясно. У меня есть еще несколько попыток. Их осталось немного. Давайте пропустим анимацию. Сколько у меня сундуков осталось? У меня осталось 6 штук, ребят. Раз, два, три, четыре. О, у меня есть еще один шанс на что-то очень редкое. Давайте попробуем. Вайпер. Ускорим процесс начальный, потому что в начале точно ничего не выпадает. Вот когда остается один или два последних сета, две последние вещи, тогда шанс есть чего-то редкое. И у меня остается, получается, последняя попытка сейчас. Ну, давай. Давай, Свена. Нет. Свена нам, к сожалению, выбить не удалось. Но мы можем обменять наши уровни. Точнее, наши повторяющиеся имморталки на уровне компендиума. Соответственно, получить еще больше таких сундуков. Как-то так. Как-то так. Ну! Ну! Это было близко, и это был последний сундук. Но все-таки, знаете, выпало нам довольно много.
Там, ну, давайте посмотрим. У нас Вивер есть, да? Золотой. И очень интересно посмотреть, как будет легионка с арканой смотреться. Давайте так, смотрим. Я заклинаю себя. Как это все будет выглядеть. Со мной не совладать и тысячи мечей. Так. Она есть, а у меня второй стиль закрыт, к сожалению. У меня второй стиль закрыт, но со вторым стилем она покруче, конечно, смотрится. Здесь сета еще не хватает на легионку, то есть там клинка не хватает нормального. Давайте посмотрим. Не, вообще, конечно, прикольно, да. А с последними всеми стилями это будет круто смотреться. То есть, если и это красное будет, и она красная. Первый спелл. Очень прикольный. Мне нравится. Прикольно. Ну и, естественно, золотой вивер. Давайте мы его посмотрим. Продолжение, естественно, следует. Вивер. Вивер. Вот он, вивер. У нас, кстати, он полностью наряженный. Так, а здесь есть второй стиль. Здесь закрыт. Ну да ладно. У нас есть и имморталка, получается. И, короче, у нас вивер на полном фарше, ребят. Да, вивер теперь действительно смотрится очень красиво. То есть у нас изменение второго спыла и изменение первого спыла. Очень круто. Блин, ну обязан просто снимать катку на вивера. В ближайшее время обязательно вивера мы снимем. Но это очень красиво, действительно. Золотая вот именно смотрится прикольно. Кайф. Ну что ж, ребят, спасибо всем за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, ставьте обязательно лайки. Мы, естественно, будем продолжать открывать сундуки по мере повышения своего компендиума. Но это уже будут другие выпуски. Отдельные выпуски по повышению и открытию сундуков. Все будет со временем. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравился видос, обязательно поставьте лайки. И всем пока-пока.